А это юное дарование собирается прыгнуть под крылышко самой Дженнифер Лопес. Софи Манасян приняла участие в челлендже проекта певицы World of Dance. Почти 120 тысяч просмотров и несколько сотен перепостов могут реально помочь малышке Софи Манасян взять новую вершину. Юная звездочка сама придумала танцевальную связку специально для Джей Ло. Осталось дело за малым – задержаться в топе отмеченных перепостов. В числе дух поддержки оказалась и Светлана Лобода. Украинская певица подкинула свои 1,5 миллиона фолловеров для продвижения Софи в челлендже. И единственное, что наполняет и делает нас счастливыми, это дети. Какой ребенок талантливый. Сама же Джей Ло уже минувшей ночью с гордостью презентовала свое детище. Напомним, что звезда лично от и до спродюсировала проект, удачно совмещая организацию и членство в жюри. Компанию в новом сезоне ей составят певец Нио и хореограф Дерек Хафф. В главном телевизионном шоу года будут выступать как сольные, так и командные проекты всех жанров, начиная от R&B и крампа, заканчивая бальными танцами. Но самый сладкий момент наступит в финале, когда победитель получит чек на 1 миллион баксов. Так что наплясать себе кругленькую сумму очень даже реально. Телевизионная премьера World of Dance стартовала в Штатах 31 мая. Ну а попала ли Софи Манасян в проект, узнаем уже очень скоро. Яна Пучкова, Новости Ревю.